что спешить никуда не будет. Ждет заслон от Томаса. И вновь, посмотрите, уже не первый раз Алекс Пойтрос выдвигается. Не так он часто бросает, не так часто берет на себя инициативу. Но сейчас он второй в команде после Холлинза по набранным очкам. Ну а тем временем Гейб Биллер. Ковал и Жеребкова успокаивал. Атакую дальше, я хорошо подбираю. Сейчас произошло с точностью до наоборот. Отлично. Красиво на Томаса. Это Маркус Кин. Хорошая передача. Ему до личного рекорда осталось, на самом деле, ну, до второго результата в карьере ему осталось совсем немного. Еще такая же красивая комбинация. В этот раз Томас вообще исполнил 180 бросочек из-под кольца. На самом деле, выдающийся результат в 40-минутном матче. И 23 очка, его второй в карьере результат. Так что у него, вот, если будет 24, а у него уже 21. На команду Дюнкерк, но провел всего лишь две игры. Как... Оу, еще один алиут! Точнее, еще один дан. Алиут-то первый. Два дальних броска. Выбросил Калев, но здесь как Маркус Кин поборолся, и контратака его команды заканчивается двумя набранными очками. Вот он. Ноль пока у них впереди, и Калев очки не набирал. Дэвин Томас все же получает передачу и разбирается с подстраховкой в лице Дмитрия Узинского. Более того, and one. Какого-то умысла нарушить правила именно для того, чтобы спровоцировать атаку, не было. Просто не дотянулся до этого мяча. Ой, какая передача проникающая прошла, который совершал Грегор Хермет. Вот, ну и... в составе Галева. И передачу на Нугера хорошую отдал Джуканович. Интересно его посмотреть. Ну, в общем, на другой стороне площадки это противостояние. Передача на Юэсара. Поддержал нападение Курбас. И тогда у него будет больше опций. Кауфманис, Курбас, 3. Нет, отсчета! Это был бросок, который летел вообще в сторону. То, может быть, сейчас самое время это сделать. Пятница вечер – это время импульсивных покупок. Юэсар тем временем. Консона Попов делает высокий за шаг, чтобы Кин не бросал там трехочковый. Нургер успел везде Енисей подстраховать. Танель Курбас, Маркус Кин сам себя лишил возможности здесь получить мяч. Прихрамывает, будем надеяться, с ним все в порядке. Кэмп попадает издали, Морис Кэмп. Вполне. И снова трехсекундная пустует Маркус Кэмп на врывании. Получает передачу от Дэвина Томаса. Связка двух больших. Он и тот попал. Его, и тот попадает. Горячий денек сегодня. Какое взаимодействие. Как сок отдает на вход Нургеру. Дроп. На площадке первым же касанием набирает очки. Дорбек. Йоэсар. Показ, проход, классная скидка на Томаса. Тоже 2000 года рождения, как и Михайловский, Петенев, Петковских. Курбас еще 3. Тем временем Калев выходит. Булин защищается против него. Смены не произошло. И вот, мне кажется, что не поняли сейчас друг друга. Скайлер Боул, американского баскетболиста. Посмотрим, что будет дальше. Кин поднял воздух Боулина. Скинул на периметр. Дальняя попытка. Вот это летит. Плотно с ним защищается Уильям Госс. Кстати, интересный факт про этих двух игроков. 2-2 сравнивает счет Калев. Так вот, Маркус Кин, вот Дорбик выбегает из-под двух заслонов. Затем играет на Йосара. Оу, отлично, Морис Кэмп! Какая скидка и какой данк! Виска эстонской лиги против ФЭФ. Там все-таки немножко Маркус Кин отошел на второй план. Больше играл, наверное, в качестве такого классического разыгрывающего. Сейчас же снова видим, что действительно пятым игроком. Дэвин Томас. Блестящий алиуп на Мориса Кемпа. Не сверху, но... Маркус Кин пока находится в тени. Ни одного броска по кольцу он не совершил. Ну и хорошо с ним обороняются. Ну, а это замечательное врывание под кольцо. 32-й номер Маркис Таунс. Нашли его передачей с отскоком от пола. Таунс первый. У Енисея меньше 2 минут остается играть до конца первой четверти. И отличная скидка на Нургера. И скидку сделал Чаван Льюис.